Итак, есть 6 игроков от каждой команды. Условия те же, микрофоны в руках. Поехали. Внимание! Вопрос. Что лучше, 1 миллион долларов или слава на Ютубе? Есть вариант борща. Итак, что лучше, 1 миллион долларов или слава на Ютубе? Одно другому не мешает. И еще несколько секунд для справедливости. Что лучше, 1 миллион долларов или слава на Ютубе? Ну не знаю, вот клип в церкви не принес ни того, ни другого. Напомним, 4 балла, это если вам больше понравился борщ, и 5, если больше понравился «Безвестный ради». Прошу оценки. 4, 4, 5, 5, 4, 4. Кто-то из «Безвестный ради», 3 человека уезжает за Волжье. Вот так вот. Оказывается, справедливость рулит Юджин, да? Ну а что делать? Борщ в полном составе. Следующий вопрос. Red Bull окрыляет, а что делает Саровский крюшон? Саровский крюшон. Есть такой, да? Есть, есть. Есть вариант справедливости. Red Bull окрыляет. А что делает Саровский крюшок? Добавляет градус. И несколько секунд и борща. Red Bull окрыляет. А что делает Саровский крюшок? Запивает. Спасибо, внимательно смотрим на жюри. 5, 5, 5, 4, 5, 4. Но, тем не менее, трое из борщей покидают сцену, и у нас по-прежнему 3-3. Вопрос. Что было бы, если бы Ладу Гранту собирали бы в Китае? Что было бы, если бы Ладу Гранта собирали бы в Китае? Ничего не меняется. И если вы на секунду задумать у Спрадин. Быстро перешел, правда. Серега Резкий. Серега Каменский. Ну и кто-то из... Да. Что было бы, если бы Ладу Гранту собирали бы в Китае? Ну этот гроб с правым рулем, это вообще вилы. Внимательно смотрим на наше жюри. Давайте. 4, 4, 4, 5, 4, 4. Замечательная борщ остается в полном составе. Ну а за отсутствие веры в отличное добро... Вот и решили так. Возможно, это будет контрольный вопрос, хотя посмотрим. Итак, We all live in the yellow submarine. Продолжите. Еще раз вопрос. We all live in the yellow submarine. Продолжите. We all live on the yellow submarine. In the yellow. Да, наверное, там внутри все-таки, да. Я готов. Да. Готов. We all live in the yellow submarine. И мне тоже налей. Борща немножко времени. Предполагается, нужно записывать запрос.
Unreal Submarine, продолжите. Все для тебя, рассветы и туманы для тебя. Внимательно смотрим на 5-5-5-5-5-5. Опять вратари. Итак, по одному вратарю в каждой команде. Возможно, ну, скорее всего, решающий вопрос. Мужской вопрос. Чем бы занималась Анна Семенович, если бы у нее грудь была бы первого размера? Все представлено. Напряжение спало. У меня такая тоска в глазах сейчас. Хороший последний вопрос. Пока есть несколько секунд. Соберитесь, тряпки. Есть вариант. Давай поможем. Итак, чем бы занималась Анна Семенович, если бы у нее грудь была бы первого размера? Училась в третьем классе. И вариант борща. Не посмотрите. К сожалению, а может быть, счастье, но нет, обязательно все-таки. Сейчас, сейчас, он что расскажет? Покажет. А время уже все. Время, да. Сергей. Повторяй вопрос. Итак, чем бы занималась Анна Семенович, если бы у нее грудь была бы первого размера? Ну, жила бы и себе и жила. Спасибо. Внимательно смотрим на жюри. 5-5. 5-4, 5 таких.